Пользователи соцсетей жалуются, что церемонии стали скучными, шутки ведущего не смешными, а победы слишком предсказуемыми. Но журналисты и кинокритики считают, что дело вовсе не в этом. Так, автор «Нью-Йорк Мэгазин» Марк Харрис говорит, что рейтинги «Оскара» падают по той же причине, что и у других телевизионных трансляций, таких как «Грэмми» или «Супербол». Просто время такое. Журнал «Vanity Fair», который уже много лет устраивает главную вечеринку по случаю «Оскара», винит во всем стриминговые платформы вроде Netflix, которые активно обгоняют телеканалы по популярности. Как эту ситуацию будет исправлять Академия? Увидим через год, а пока к другим новостям. Марго Робби не удалось выиграть «Оскар» на минувшей церемонии, зато именно ее французский бренд «Шанель» выбрал своим новым лицом. Актриса неспроста для премии выбрала платье дизайна Карла Лагерфельда, на создание которого у модного дома ушло почти 600 часов. Для 27-летней Марго это будет первый рекламный контракт такого уровня. А вот Кира Найтли, которая сотрудничает с «Шанель» уже несколько лет, не только выгуливает свет твидовые платья и костюмы, но и не пропускает показы новых коллекций. Своим шоу Карл Лагерфельд закрыл неделю моды в Париже. Показ традиционно прошел во дворце Гранд-Пале, который на этот раз превратили в таинственный осенний лес с желтыми листьями и голыми деревьями. Если в своих последних коллекциях Лагерфельд отдавал предпочтение мини-юбкам, то следующей осенью модельер велит утепляться. Модели вышли в длинных платьях, пальто в пол и с объемными шарфами. Netflix обнародовал тизер последнего 6-го сезона сериала «Карточный домик», в котором уже не появится Кевин Спейси. Теперь главная роль у Робин Райт, которая играет Клэр Андервуд. В ролике она появляется в овальном кабинете Белого дома с многообещающими словами «Мы только начинаем». Новые серии выйдут осенью этого года. Еще об одном сериале Netflix, которого многие ждут. В новом сезоне «Очень странных дел», съемки которого, правда, еще и не начались, сыграет дочь Умы Турман и Итана Хоука, Майя Турман Хоук. Она сыграет Робин, юную девушку, которая, устав от ежедневной рутины, отправляется на поиски приключений, в результате раскрывает темную тайну города Хокинс. У Майи уже есть небольшой опыт в кино, она сыграла в сериале BBC «Маленькие женщины», а также пробовала себя в модельном бизнесе. Впрочем, где еще девушке с таким громким именем искать себе работу, как не в богемном мире искусства и красоты.